Боливиец Эрик Кальехас намного ниже игроков на этом футбольном поле в пригороде Эль-Альта. Но здесь его уважают и слушаются. Эрику 10 лет, и в таком юном возрасте он уже судит матчи. Все началось, потому что меня вдохновила работа моего папы. Мне очень интересно то, чем он занимается. Отец Эрика – профессиональный рефери. Сейчас передает знания сыну. По выходным я выхожу судействовать с моим маленьким коллегой, моим сыном Эриком Себастьяном Калехасом. Я горжусь им, и меня переполняют чувства, потому что судейские навыки у него в крови. Первым опытом для Эрика стало судейство во время матча женских футбольных команд. Мы ездили в маленький город. Там просили, чтобы приехали трое судей, а папа сказал, что приедут четверо. Был чемпионат среди женщин, и отец попросил меня судить. Сейчас юный рефери набрался опыта и судит матчи мужских команд. Футболисты считают Эрика талантливым от природы. Сразу видно, что у него характер. Он бегает, что-то делает и не боится, даже если люди кричат. У него есть характер. Думаю, он рожден, чтобы стать судьей. Эрик мечтает судить матчи на крупных чемпионатах, включая международные.